Приветствую вас. Вот коллега Кудряшов Игорь Леонидович, на мой взгляд, совершенно корректно указывает на то, что обратить внимание нужно на вашу реакцию, если вы говорите, что не было негативных взаимодействий с собаками. Вот, опять же, негативных взаимодействий с собаками, с вашей точки зрения, может быть, не было, а ребенок может думать по-другому. Например, ребенок мог увидеть собаку в каком-нибудь страшном достаточно образе по телевизору или во сне, и вы об этом не знаете, поэтому, ну, на мой взгляд, чересчур было бы самоуверенно говорить про то, что негативных, значит, ну, негативных происшествий с собаками не было. Мне кажется, чересчур самоуверенно вы об этом говорите. Вот, мне кажется, что нужно здесь повнимательнее быть. Это первое. Второе, мне кажется, что ваш вопрос поставлен не совсем корректно. Почему? Потому что, во-первых, в чем корень страха, вам никто не скажет в таком формате. Нужно с вашим ребенком общаться, нужно хотя бы, ну, с помощью арт-терапии с ним поработать, вот, чтобы он нарисовал, рисунком можно было бы определить, что именно его беспокоит и так далее, это первое. Второе, это то, что знание корня страха вам ничего не даст, потому что, ну, если вы знаете, что вы чего-то боитесь, страха меньше не становится. Здесь важно именно работать, проживать этот страх, ведь что делает ваш ребенок? Он избегает этого страха, он бежит от него, он думает, что не справится, он видит в этом угрозу для себя, он не принимает некоторую свою незащищенность, он избегает своей слабости. И это очень важный момент. Поэтому не столь важен корень страха, сколь важно то, что ребенок с ним делает. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам, ну, я не знаю, делать ли вы это или нет, я рекомендовал бы вам постараться с ребенком поговорить, постараться дать ребенку возможность нарисовать, значит, желательно на листке бумаги через карандаши или кисточки. Вот собаку, да, и чтобы как-то вот с ним об этом поговорить, если у вас нет возможности отвести его к детскому психологу соответственно. Вот. Я бы рекомендовал вам это сделать, потому что, чтобы понять какое-то направление. Ну и вообще, конечно, поговорить с ребенком нужно именно вам, а не психологу. Вот, и если уж совсем быть с вами честным, то я бы рекомендовал вам обратиться к специалисту для того, чтобы лучше поисследовать эту всю ситуацию. Возможно, вы или кто-то из ваших близких неосознанно дает ребенку какие-то страхи, а на собак это все переносится в виде психологической защиты. Такое тоже может быть. Вот. Потому что иногда бывают ситуации, где страхи направлены на какой-то объект, на самом деле направлены на этот объект только по причине того, что их можно направить на этот объект и не более того. Поэтому тут тоже очень важный момент нужно учитывать. Вот.
На этом все. Я надеюсь, что помог вам не торопиться именно ребенка знакомить со специалистами в области психологии. Лучше все-таки вам это сделать, потому что, ну, как бы там ни было, для ребенка это будет не самый приятный опыт. Вот вам все-таки будет попроще, и вот, может быть, этого будет достаточно. Вот. То есть, опять же, вот мне эта мысль только сейчас в голову пришла. Ну, боится ребенок собак. Как бы, окей, и что? Вы хотите узнать, в чем корень этого страха, чтобы что? Зачем? То есть, знаете, очень важен еще ваш мотив, ведь вам придется так или иначе с ребенком взаимодействовать, если вы пытаетесь решить какую-то проблему, а не именно помочь ребенку, ребенок это почувствует, поэтому здесь нужно быть максимально вам и всем близким людям ребенка честными с собой, чего вы хотите, потому что дети довольно легко считывают то какие у вас есть желания. Это важный момент. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.